Любой журналист скажет, главное для него мерило дисциплины, так называемый дедлайн, сдача номера в печати, время эфира и тому подобное. В переводе дедлайн – это линия невозврата, и таким же грустным пунктиром закончились, казалось бы, традиционные зимние развлечения для нескольких белорусов. Во дворах дети лепят снеговиков, строят крепости, играют в снежки. Весело, конечно, но чего-то не хватает. В нашем детстве это были старые добрые санки. Ну, мы же в детстве с друзьями во дворе могли просто взять вот такую картонку и на ней кататься даже с самых высоких горок. Позже был спринт. Такое пластмассовое блюдце тоже, кстати, скорость приличную развивает. А вот это главный хит сезона – тюбинг. Новинка лишь пару лет, как стала королем зимних спусков и постоянным балконным экспонатом, который занял почетное место между лыжами компотами. Вещь удобная, летишь с ледяной горки с комфортом, но есть в этом резиновом надувном круге острые углы, о которые спотыкаются десятки, если не сотни детей, да и взрослых по всей стране. Самый скоростной и адреналиновый атрибут оказался и самым опасным. На больших горках и гонках он превращается в настоящую травматическую капсулу. Ну, какая там техника безопасности в погоне за острыми ощущениями? На своем опыте это испытала и наш корреспондент Юлия Гризунд. Сюжеты серии так весело, что страшно. Прямо сейчас. Один из самых популярных подарков на этот Новый год. Тюбинг стоит в среднем от 40 до сотни рублей. Полезное приобретение для всей семьи, ведь он на целый день займет ребенка, да и не только. Но мало кто знает, что на крутых склонах, на высоких горках такая незамысловатая баранка может развивать скорость до сотни километров в час. Отделение детской нейрохирургии. Пациенты в этих палатах отказываются говорить с прессой. Да что уж там, пока еще даже не могут поверить. Детское развлечение превратилось для них в кошмарный сон. Маленькой Лизе повезло чуть больше, если нахождение здесь вообще можно назвать удачей. Черепно-мозговая травма средней тяжести. Трещина. По крайней мере, эту малышку уже выписали домой. Катались на тюбинге, вот не удержался ребенок. Вылетел. Небольшая горка, совсем на вид не опасная. Немного детей, все маленькие. Таких случаев за зиму насчитывается уже более сотни. Только в РНПЦ неврологии 40 малышей госпитализированы. Причиной всему – тюбинги. С ледяных горок в больницу каждые выходные попадают десятки детей. У трех тяжелая черепно-мозговая травма. Двоих оперировали, одного дважды. Да? Причем операция потребовалась дважды. Его оперировали первый раз через час после поступления где-то. В первый час после травмы, вернее. Даже не поступления, а травмы. Второй раз через 12 часов. А этот стихийный ледяной лабиринт среди деревьев проложили экстремалы Полоцка. Иначе людей, которые рискуют прокатиться с такой горки, не назовешь. И дело не в том, что она слишком крутая или длинная. Слева бетонный парапет, а вокруг деревья. Не самая подходящая площадка для зимних забав. Это еще и потому, что здесь место памяти, курган бессмертия, воздвигнутый в память о павших героях Великой Отечественной войны. Но полоцкого четвероклассника не остановило ни одно из этих обстоятельств. Очередной заезд закончился столкновением с деревом, потом больница, обследование и лечение. Дети, конечно, каждый день здесь катаются. Горка очень, конечно, крутая. Разбиться легко, потому что здесь деревья, трамплин небольшой. Сам, конечно, тут попробовал пару раз прокатиться. Почти в дерево попал. Следственный комитет предлагает усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов. Сейчас письмо с предложениями находится в Совете министров. Основной призыв – жестче контролировать наличие инструкции у продавцов. В ведомстве проводят проверки по 7 фактам серьезного травмирования граждан. В 2 из них – с гибелью. По каждому факту исследуются причины и условия. К сожалению, необорудованные склоны,
столкновения с препятствиями. Необходимо при эксплуатации тюбинга учитывать, что по сути, и все сравнивают, и с этим стоит согласиться, что тюбинг – это как машина без тормозов. Специально оборудованные горки есть практически в каждом микрорайоне Минска. Хотя, когда у детей заканчиваются уроки, склоны для развлечений появляются в любом дворе. Один из самых высоких – в Каменной горке. Мы отправились туда, чтобы пообщаться с местными жителями, а времени договариваться не пришлось. Каждый день здесь катаются десятки минчан. На самом деле страшно немного. Нам ее подарил крестный папа на Новый год, поэтому решили вот первый раз опробовать. Может перевернуться, врезаться во что-то. Вот. Ну, мы как бы с мужем стараемся смотреть, он сверху, я снизу или наоборот. Самый безопасный транспорт, потому что санки прыгают, скачут железные, пластмассовые, где-то что-то перевернуться можно, на ватрушке устойчиво. Сидит ребенок, все. Мы иногда даже падаем, если честно. Бываем, переворачиваемся. Чуть-чуть бывает такое. Там одна девочка со своим папом каталась. Один папа с мальчиком стоял. И она, когда ехала с папой, они врезали с них и перевернули ногу девочки. В больницу поехали. И все же, как не докатиться до больничной койки? Правило номер один – выбрать безопасный склон. Определить его довольно просто по внешним признакам, как минимум по ограждению. Далеко ехать за острыми ощущениями не нужно. В каждом районе сегодня есть горки не хуже, чем в Силичах или Раубичах. Она безопасная, она имеет ограждение в первую очередь, потом насыпные валы вдоль всей этой горки, что дает, естественно, безопасность, безопасное катание с этой горки. Значит, горку мы постоянно поддерживаем и обслуживаем. Это тоже немаловажно при наших погодных условиях. Кстати, за склоном закреплены и сотрудники. Охранники следят, чтобы с горки для тюбинга не катались на санках. Здесь находится и медсестра, которая готова оказать первую помощь. Ведь даже на оборудованной горке иногда не обходится без ушей. Так что же может привести к травмам при неправильном спуске на тюбинге? Например, на надувные сани нельзя садиться вдвоем, это может перегрузить их. Тюбинги ни в коем случае нельзя присоединять к друг другу. Такие паровозики могут привести не только к столкновениям, но и к переворотам. Нельзя кататься лежа, тем более вниз головой. Проверяйте, чтобы на вашем пути не было деревьев, столбов, ям и, конечно же, других людей. И теперь, когда все правила соблюдены, можно наконец-то расслабиться, получить свою порцию адреналина и с ветерком скатиться по правильно залитой горке. Ну что, поехали? Немаловажно подобрать правильный размер надувных саней. Зависит он от роста. В любом прокате вас проконсультируют. Перед тем, как тюбинг отдать в прокат, у нас есть правила пользования тюбингами и правила пользования проката, на что мы сразу обращаем внимание. У нас белорусские тюбинги, они есть небольших размеров, вот такие детские. Есть средние размеры и большие. Это невозможно. Это такое горе. Все деревни, мы просто все в шоке. Мы все в шоке, конечно. Жалко, жалко ребенка. Вечер 10 января местные жители запомнят надолго. В погоне за экстримом компания молодых людей придумала нестандартную зимнюю забаву. Они привязали старый капот от автомобиля к машине и так катались по деревне. В какой-то момент самодельные сани занесло, и они ударились об столб. На металлическом капоте сидели 4 человека. Однако не всем удалось спрыгнуть. 22-летний парень погиб. Я находился дома, услышал громкий звук, и у нас сразу же пропал свет дома. Мама начинает кричать, мы разбились, типа, бежим. Мы побежали и здесь, и просто выбегаем. Тут уже стоит где-то 3 человека, по-моему, девушка и 2 парня, и двое лежат. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Устанавливается, употребляла ли компания алкоголь. Возбуждено уголовное дело. Хотя, казалось бы, когда, если не зимой, можно почувствовать себя снова детьми, сесть на тюбинг, сани или простую картонку и съехать так, чтобы не в больницу, а по горке и с хорошими эмоциями на всю зиму. Прямые ответы на скользкую тему в главном эфире искали Юлия Гризун, Ольга Масловская, Елизавета Сизова, Михаил Тихонов, Николай Рузавин и Юрий Тихонович.